Поэтому мой вам совет, Инна Сергеевна, наслаждайтесь жизнью, а? Поезжайте отдыхать на море, в Болгарию. О, хотите Италию устроим? Купайтесь, загорайте, носите красивые платья, пейте вино. О, любовник себе заведите, а? Жизнь одна. Жизнь, товарищ Солнцев, это больше, чем вкусно жрать и сладко спать. Да? А вы расскажите, что же это? Просветите, может, я прозрею. Если бы вы способны были понять, то не просили бы объяснений. Нет, а вы объясните, я прошу вас! Объясните, что вы, Москва, можете предложить нам, провинциалам? Вот что может быть лучше солнца, лучше воздуха, лучше парного мяса и свежих овощей? Лучше ощущение, что живешь в своем доме, что у тебя есть семья, и ты эту семью можешь прокормить. Вот что у вас в Москве есть такого особенного, что вы приезжаете к нам сюда, чтобы нас осуждать и презирать? Правда. Инна Сергеевна, лучше быть живым, чем правым.